Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу про кроссовую линейку испанских шлемов LS2. Испанский бренд, относительно недорогих шлемов, производятся они в Китае, но на них есть смысл обратить внимание для тех, у кого нет возможности купить топовый японский шлем, потому что эти шлемы вполне себе неплохие по качеству и по технологиям. Они, естественно, все сертифицированы, естественно, все они защищают не хуже топовых японских шлемов, но сейчас мы посмотрим их поподробнее. Разные цветовые гаммы, как вы видите, очень веселенькие расцветки. Это топовый шлем линейки LS2, называется он MX470. Он отличается тем, что у него очень хорошая продувка. Вы видите, очень много вот таких решеточек спереди, сзади. И люди, которые ими пользуются, они отмечают именно то, что он отлично, совершенно замечательно продувается. Мне лично понравилось то, что у него такой веселенький внутренний раскрас. Очень мягкая и приятная на ощупь подкладка. Естественно, он весь разбирается, можно его помыть, продезинфицировать. Козырек сменный на трех болтах. У него в комплекте еще идут накладочки спереди и вот этот вот обтекатель такой назад серебристый. То есть можно как-то слегка поменять даже дизайн своего шлема запасными частями. И этот шлем еще чем отличается от других кроссовых шлемов, которые я вообще где-либо видела, то что внутри у него поролон покрыт слоем пластика. То есть подкладка прикасается не к пенопласту, а к такому слою пластика, как на велосипедных шлемах. Сейчас вам покажу. У меня есть здесь рядышком разобранный шлем. Если вы посмотрите повнимательней, то увидите, что внутри вот здесь пенопласт покрыт пластиком. Для чего это сделано? Это нужно для того, чтобы когда мотоциклист падает, ударяется головой, то первоначальная энергия, она идет на скольжение головы как бы внутри шлема. И таким образом снимается нагрузка с шейных позвонков и позволяет хоть как-то минимизировать последствия удара и, соответственно, избежать серьезной травмы. Поэтому в компании LS2 придумали вот такой интересный ход. В разных компаниях придумывают по-разному, но вот здесь сделано именно так. Я считаю, что, в принципе, неплохое решение. Еще один плюс шлема MX470 заключается в том, что у него увеличенный размер вот этого отверстия, скажем так, лицевого, да, и в это место можно подобрать любые очки, практически любого бренда, они сюда помещаются без каких-либо проблем. А если мы, например, возьмем шлем, который попроще, это MX437, скажем так, совсем эконом-вариант, раз уж начали мы их сравнивать, то видите, у него вот это расстояние, оно поменьше, и очки сюда уже будет подобрать чуть посложнее. Надо будет, когда будете покупать очки, надо будет приехать в магазин и померить именно все вместе со шлемом. Этот шлем, он попроще, у него уже нет такой цветастой подкладки, она попроще, тоже сделана из ткани, попроще, нет вот этого пластикового слоя на пенопласте. Здесь просто приделана такая сеточка, которая тоже скользит. В принципе, она тоже выполняет ту же функцию, что гладкий пластик внутри шлема MX470. Но все это сделано как бы подешевле, в угоду тому, чтобы вы могли не тратить большие деньги и купить себе хороший качественный шлем. Потому что этот шлем также прошел всю сертификацию, полностью соответствует всем системам, скажем так, безопасности. И у него большой плюс то, что он реально легче. Как ни странно, он легче, чем шлем MX470. И сделаны все шлемы LS2, что 470, что 437. Они сделаны из композитного материала КПА. И имеют три размера скорлупы. Размеры от XS до 3XL. Поэтому, в принципе, подобрать шапочку вы сможете абсолютно на любой размер головы. От детской до очень большой и умной. Чем мне еще понравились кроссовые шлемы LS2, тем, что у них очень интересный дизайн.
Можно выбрать на любой вкус и цвет, от брутальных черепов до ярких расцветок, под любой тип мотоцикла, даже вот есть такой классический КТМ раскрас. Кто любит шлемы сам разукрашивать, можно взять просто белый или обклеить его наклейками, на любой вкус и цвет. Еще забыла, кстати, бы рассказать, обязательно во всех шлемах, и в более дорогой версии, и в более дешевой версии, есть лямки для экстренного удаления шлема с головы гонщика в случае аварии. Это тоже очень нужный и важный девайс. А сейчас я еще посмотрю, как он сидит на голове, померю свой размерчик и скажу вам, как я себя в нем чувствую. Ну, кстати говоря, очень даже. Мне нравится, комфортно, уютно, мягенько. А вот еще бонус. Когда вы покупаете шлем LS2, да, так, знаете, такой красивый мешочек. Мне кажется, только ради мешочка можно это купить.